Российские многодетные семьи могут подавать заявки в банки на списание части ипотечного кредита. Напомним, что правительство России утвердило правила выплат. 25 сентября постановление вступило в силу. Средства в размере до 450 тысяч рублей можно направить на погашение остатка кредита или начисленных процентов. Право на компенсацию получат семьи, в которых в 2019-2022 годах родился или усыновлен третий последующий ребенок. Для получения поддержки заемщикам надо обратиться с заявлением в банк, в котором обслуживается ипотечный кредит, и приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотеки и покупке жилья или земельного участка. Банк направит документы в дом.рф, компания рассмотрит заявку на соответствие условиям программы и в случае положительного решения перечислит деньги банку для досрочного погашения кредита.